Всем привет! Очень давно не было видео про наш свифтбот. Почему? Потому что 1 сентября мы потеряли мотор. В общем, было небольшое волнение, а именно начинался шторм. И в момент разворота, в общем, долгая история, его отломило вот в этом месте. Я сразу же полез с ним искать его, с Алексеем и его другом. Водички там было немного, вот так. Не удалось найти, через несколько дней мы опять отправились искать. В общем, мотора нет. Но мы не отчаивались, искали. И нашли вот это. Мотор Чайка ML20B. Мы такого в интернете, кстати, не находили, потому что все ML20, у них идет тут такой, такая труба, бампер такой круглый по кругу, наверное, чтобы за него вращать. А у нашего есть вот такой румпель. То есть не хухры-мухры, а какая-то редкая модель. Попробуем оживить его, и, конечно же, до нового сезона мы купим другой мотор. Вся проблема просто в том, что нам нужен мотор именно с длинной ногой. А этот будет как запасной. Сейчас забрызгаем все винтовые соединения. Попробуем выкрутить свечу и забрызгать какой-нибудь гадости вовнутрь, так как мотор не проворачивается. Гарри злится, что без него начали. Давай, присоединяйся, Гарри. Да. Процесс разборки идет полным ходом. Довольно-таки все легко откручивается, как в Тойоте. Только это не Тойота, а копия английского мотора. Так, что у нас тут? Ба-бам. В общем, сейчас мы с вами снимем цилиндр. Головку мы уже сняли. Вот такая вот медная прокладочка есть. В общем, вперед. В общем, идея такая. Сейчас нагреваем цилиндр, он расширяется, даем ему остыть. Он сужается. Может быть, так повторим пару раз. В общем, не хочется насильно снимать его. Попробуем по-хорошему. Так, у нас получается коленвал проворачивается, а вот поршень не двигается. Попробуем еще погреть немного и остудить, и так несколько раз. Так, я держу в любую сторону крути за вот это. Можешь в обратную крутить. Дело в том, что если чуть-чуть сюда поближе. Давай. Угу. К сожалению, все пошло не так, как хотелось. И мы
решили поступить с ним более грубо, но все равно с целью сохранить поршень и гильзу. Да? Подожди. Мы в прямом эфире. Ага, кстати. Ну, а там не ругаться. Не-не-не, на нем разговариваем. Поршень сдвинулся всего на пару миллиметров. Через образовавшуюся щель между картером и цилиндром залили White Spirit. Больше ничего не оставалось. А, мотор Чайка. День второй. Мы тут с Толиком вчера вечером залили вовнутрь White Spirit, ну просто уже нечего было заливать, и поспорили на 10 гривен, будут прокапывать с обратной стороны или нет. В общем, смотрим. Так, плохо, конечно, видно. Вот моторчик наш. Вот сюда нам удалось в эту щель залить, и в общем, па-бам, ага, протекает, ничего себе. Сейчас мы подсветим. Ага, вытекло практически все, блин, толяну должен. Теперь, ладно, сейчас попробуем съемником снять. Итак, в общем, сейчас мы с Серым совершим финальную стадию съема. К сожалению, основные извращения не попали в кадр. А может, и слава богу. Па-бам. Ну, в общем, судя по черноте, конечно, там говна было много. Нижнее кольцо залегло. Ну, ничего страшного. Теперь мы можем это все просто... разбирать дальше. Нормальная гильза. Парнитовую прокладочку сделаем новую. Все. До третьего. Всем привет. День третий. Снимаем сегодня маховик. В общем, ничего лучше, как приварить две гайки к болтам. Так как они откручивались, я не нашел. Сейчас буду пытаться их выкрутить за гайки. Практически всегда метод действенный. Здесь просто было желание как можно меньше попортить вот эту поверхность. Ну, тут, скорее всего, будет посадка под конус. В общем, очень проблематично дались вот эти три болтика. Они там были, скажем так, забиты, то ли их тернили, то ли, в общем, непонятно. Опять же, ударная отвертка рулит. Здесь не пришлось привариваться. Остается по-прежнему вот здесь вот три еще. Так. Тут у нас должна скрываться помпа. Алло. Так, да, это мы уже сняли. В общем,
Вот та самая необычная деталь. Помпа. Назовем ее так, крыльчатка. Проходит, тут сминается как-то. Так. Надуем сюда. Почти собирался уходить домой, но пошло. Красота. Скорее всего, что день пятый. Чистим кое-какие детали. В общем, вот есть такая красивая деталька. Мы ее сейчас почистим щеткой, а потом будем пытаться отполировать и покрасить. Будем консультироваться с моим другом Романом, который живет на Кипре и у которого огромный автопарк классных автомобилей и очень много вещей для этих автомобилей он делает сам. В полировке он просто бог. У нас есть такая проблема, мы не можем открутить у карбюратора верхнюю часть. Скорее всего, что у нас закисла заслонка. Попробуем по проверенному методу окунуть это дело в White Spirit. Так, полностью не помещается. Нужно долить. Так, вот у нас
У нас есть вторая часть редуктора. Тут есть вот такая резиночка. В общем, мне кажется, что это даже сальничек. Его однозначно нужно менять. Позже мы сделаем замеры, а сейчас он отправится в баночку со всеми мелкими. Детальками. Вот, собственно говоря, та деталь, которая делает наш мотор уникальным. Не таким, как мы нашли в интернете. В общем, это румпель, он отломан вот в этом месте. Мы его сварим. Есть у нас такая деревянная ручка, огромные следы коррозии. Будем пытаться привести к более-менее к какому-то заводскому виду. Ручку такую вытащим, если что, из дерева. Как два пальца. У тебя же есть токарный станок? Ну. Вопрос решен. О, нифига себе, оторвалась, да? Да. Наверное, надо открутить будет вот остатки болтика. Посмотрим, что это. Наверное, надо вообще какую-то вставку сделать вставку до этого заново, места. Потому что, скорее всего, это была алюмишка, которая испепелилась, и мы когда будем скручивать... Просто... Да и там коррозия на изгибе. Значит, вот с этого места одеть какой-то... Да. Надо... Потому что не получится, даже если наварить, надо как-то зажать, чтобы проточить. Угу. Погнали чистить то, что осталось.